А вот это объяснение наглядное, почему на меня сейчас начнут агриться опытные охотники. Потому что чем ближе ружье находится к цели дробовой, тем больше энергии выдается при выстреле. Если на дистанции в 15 метров, которую я выбрал, в книжке дробь застревала, то на дистанции 5, тут просто сквозное отверстие. Вот оно, вошла дробь, вот она вышла, вот она оторвала вторую часть справочника, она вошла, и вот она опять же вышла, разбросав бумагу. Ну, бумага, кстати, на меня можно не агриться, это бумага обычная, не какая-то там невольновая, она гниет, проблем с ней не будет. Тем более, что сейчас я с собой еще подсоберу. Вот так вот. Вот такая вот жесткая месть компании 1С с моей стороны. Всем привет! Как я обещал, у нас сегодня тест на резкость устройств. В общем-то, стрелять будем вот по такому справочнику 1С. Раздаточный материал у нас, который мне обещали, он так до меня не доехал. Значит, более полноценные отстрелы мы будем делать чуть позже. Но раз я обещал, что будет тест на резкость Анаконды и Прогресса, то как минимум два устройства мы точно на этом справочнике сравнить можем, просто отметив маркером предыдущие попадания. Есть еще одна книжечка, есть еще ряд интересных вопросов, которые хотел бы сегодня обсудить. Итак, если коротко, план сегодняшний такой. Значит, сравнить по резкости Анаконду Midrange и Прогресс 0.5 и 0.75. Дальше выяснить, влияет ли при длина ствола, скажем так, при разных навесках, точнее момент, на резкость боя, потому что есть такое мнение, что патроны Magnum там дроби больше, но резкость у них такая же. А есть мнение, что резкость у них, у патронов Magnum, выше. Еще один момент есть, скажем так, на тему, что у непортированных устройств резкость выше, чем у портированных. И, соответственно, есть рассуждение, что ствол более 660 мм на сегодняшний день при современных порохах не нужен, и что все вот эти 900 итальянские стволы, они бесполезны, просто палки, с которыми мешаются в лесу. Вот мы сейчас быстренько и по всему это пробежимся. Единственное, что я хотел сказать, что у нас был розыгрыш в прошлом видео, выиграл его Владимир Москаленко. Я уже ему об этом написал, и, соответственно, когда он мне передаст, значит, если он будет снимать это видео, в ближайшее время, я надеюсь, что мы с ним свяжемся, он мне передаст свои координаты, я ему, соответственно, устройство, которое он выиграл, отправлю. Значит, я услышал ваши комментарии по поводу, зачем я стреляю Magnum. Это я, конечно, обязательно вам объясню, почему я стреляю Магнумом. Сегодня будем стрелять пятерочкой 32 грамма, вот в данный момент, да. Сужение у нас будет Анаконда первая, вкручена Midrange. Оно у нас в ружье MR18 Sporting, спортированным столом. Может быть, даже это даст ему какое-то преимущество, хотя я в этом не уверен. Значит, дистанция. Дистанция у нас 15 метров. Сейчас я на рулетке это все промерю вам. 15 метров. Я сразу предвосхищаю все вопросы, почему такая дистанция. Слушайте, ребят, в лесу достаточно много сейчас грибников. Поэтому я не вправе, не хочу далеко ставить, скажем так, от себя мишень, чтобы потом, грубо говоря, ей был риск задеть человека. Я нашел место, где грибников более-менее нет, и я нашел, как мне кажется, такое место, что я буду стрелять вниз, и, соответственно, дробь вся будет уходить в землю, а не в лететь в лес дальше.
Значит, повторяюсь, у нас ружье МР-18 Спортинг, патрон Сильвершот, глав патрон, пятерка, 32 грамма. Потому что я, как я уже сказал, будем сейчас проверять еще, и влияет ли навеска на резкость. Значит, справочник 1С. 1С не рекламирую, это скорее, скажем так, антиреклама из-за бессонных ночей по обновлению конфигурации 1С на серверах и борьбы с изменением в лицензировании, особенно в отношении лицензии профи. В общем, кто в курсе, тот меня поймет. Затягивают. И уточнять не будем в данный момент. Все. В общем, все условия соблюдены, все оговорено. Стреляем. Ароматерапия. Идем смотреть, что у нас вышло. Я тоже сначала расстроился, что будет только один справочник, а потом подумал, что зато это исключит вопросы, что а вот этот справочник не такой, как тот, а этот, как не этот, ну и так далее. В общем, что мы видим? Вот оно попадание, достаточно кучное. Ну, посмотрим, где у нас все закончится. Вот даже не знаю, как вот теперь считать, потому что вот она застряла, дробь. Дробь у нас застряла явно на 169 странице. Ну, может, нет, еще. Еще вот здесь спайки есть. Здесь у нас просто порванная бумага. Вот дробина, я вижу. Это у нас 259. Так, значит, у нас сейчас скручена эмочка 0,5. Я ее даже немножко притер, потому что все-таки хочется, чтобы она хоть на одном ружье хорошо себя показала. И заряжаем мы тот же самый патрон пятерка 32 грамма в то же самое ружье. Дистанция, соответственно, та же. Обожаю этот момент. Вот свое очарование в одностволке есть. Кстати, я по поводу одностволки, у меня есть тоже мое мнение. Дело в том, что это первое мое ружье. Я попал на охоту под влиянием опытных товарищей. И, соответственно, скажем так, под их влиянием в свое первое ружье взял именно... Ну, ребята, тут, ну, тут все видно. Я думаю, тут ни один диванник даже рядом не скажет, что анаконда где-то резче. У меня вот вся бумага аж спаялась до 400 страницы. Тут посмотрите, какое внутри аж кусками рвало. То есть, конечно... Анаконда однозначно проиграла по резкости. Тут других вот. Вот 400-я страница. Да, есть еще такое утверждение, что менее тугое сужение дает большую редкость. Ребята, что-то у вас, в вашей теории не так. У меня 0,5 раздраконило просто в тут. Я, значит, развернул справочник, чтобы не было потом разговора, что вот он уже там сильно разрыхленный с той стороны. В общем-то, мы просто вычтем, чтобы посчитать количество страниц, вычтем из максимального количества страниц книги то количество страниц, которое будет пробито, вот, и вычислим ту же цифру.
Итак, установил 0,75 на свою мэрочку 18-ю. Блин, где же фокус? Вот он. Да. Значит, сейчас мы зарядим тем же патроном пятерка 32 грамма. Так, чтобы было видно. Вот пятерка 32 грамма. И посмотрим, действительно ли более тугое сужение проигрывает в резкости менее тугому сужению. Мне прям вот кайфует даже от запаха и от самого процесса одностволка взаимодействия. Ну пойдемте смотреть. Пойдемте смотреть, что у нас получилось. Ну, анаконда уже явно вне конкуренции. В любом случае, посмотрим, что у нас между прогрессами происходит. Так. Докуда у меня тут книжка спаялась? Ну вот, наверное, до 874, да? А последняя страница у нас здесь 1174. И 800, если взять 74, то 74 мы убираем. Вот. И у нас получается 300 страниц, значит... Ну, даже больше, да, если вот дальше уже пойти там по вмятинкам. Ну, я вот буду, грубо говоря, считать, что, ну, в любом случае, на там 50 страниц больше, чем у анаконды. Будем сейчас дудку. Те, кто топит за дудки, они утверждают, что дудки более резкие, чем, значит, короткие прогрессовские сужения. Вот сейчас мы запомнили, что у нас здесь условно до 874 пробития есть, такие меточки. Вот и посмотрим, изменится ли сильно картина, если сюда же влупить уже вместо 800, ну, вместо 80-метрового прогресса. Так, преимущество мы никому не даем. Я все-таки подумал, пока вкручивал. Крутил на 75-ю дудку. Значит, 150 миллиметров. Заряжаю я ружье тем же самым патроном. Пятерка 32 грамма. Ну и посмотрим, а есть ли смысл ходить с длинной дудкой, если стреляешь обычным патроном. Ах, обожаю этот момент. Только ради этого стоит заводить одностволку в своем арсенале, чтобы хотя бы одна одностволочка или двустволочка была. Это прям супер. Ну, по ходу дела, да, справочник, все. Отжил свое. Кстати, долетели пыш-контейнеры. Все раскрыты, хорошо.
Ну вот наша 874-я была. И... Да откуда у меня скреплось? Ну здесь уже только вмятинки. Так, ну 783. 874, 783. Да. В моем случае на моей 18-й разница ощутима. То есть 874. Да, хорошо так. Разница в 100 страниц. Вот. Ну, я для начинающих, опытные охотники это знают. А для начинающих я поясню, что с дистанцией разница это будет падать. Плюс я такой момент вам скажу, сейчас просто материала не хватит для отстрела, что 18-я одностволка, она однозначно резче, чем, допустим, моя МР-156, соответственно, МР-155. В силу того, что ствол у нее потолще идет на ружье самом. Вот, и это дает ей определенные преимущества. Плюс она с более качественным томом, потому что это спортинг. Плюс она сама по себе портированная, там есть много нюансов, что само это ружье, оно действительно сделано, была еще вот эта конструкция, она еще сделана была достаточно давно, и делали эти ружья очень качественно. Как ни странно, мне оно досталось, в моей истории оно досталось мне всего в комиссионке за 3500 рублей, потому что только опытные охотники понимали, что это такое. А в Петербург, когда я с ней приезжал, мне предлагали уже 15 тысяч рублей за нее. Ее увидели, я приезжал там проконсультироваться по одному вопросу в оружейную мастерскую. Вот, потому что она досталась мне достаточно в таком ушатанном дереве. И я думал сначала переодеть ее в дерево. Вот, но в итоге все закончилось просто пластиком. Вот. Есть о чем задуматься. Ну, давайте сделаем теперь еще один тест. Посмотрим насадку Супер Гусь. У меня про нее тоже уже спрашивали. И сейчас мы посмотрим, есть ли смысл брать Супер Гусь. И есть у нее какое-то преимущество по сравнению с, скажем так, с обычным дульным сужением, неудлиненным. Так, выглядит это страшно. Вкрутил я это все в МР-156. Да, и сегодня потащил в лес аж два ружья. Вот ради этого теста я взял 156-ю. Магнумом, чтобы вы понимали, ребята, да, плечо было бы очень жалко, если бы я стрелял магнумом с 18-ю, который вес очень маленький. Магнум я стреляю только со 156-й. Одна из причин — это 156-я. Тут есть огромное количество плюсов. Я ее, собственно, брал, чтобы она жрала на себя отдачу. Вот, инерционки они очень хорошо отдачу кушают. Это знают все владельцы МЦ-1201 и аналогов. Вот, других инерционных колец, там, Бинелли и так далее. Так вот, все инерционки кушают. Единственный недостаток нашей инерционки — они не только кушают, но они еще и протираются патронами. И в паспорте написано, что нужно отстрелять огромное количество патронов, значит, навеской свыше 40 грамм. В общем-то, мне жалко просто за раз пойти и вылупить это количество патронов. И, соответственно, я по мере протираю ее, по мере, значит, надобности, заряжаю в нее маленькие патроны. И, соответственно, я поменял себе, как вы уже успели, наверное, заметить, приклад на ДЛГ, который значительно мягче родного, и он очень тоже сильно смягчает последствия. В общем, у нас сейчас вкручено безумно длинное, у нас почти сейчас метровый ствол. Вкладываю обычный патрон 32 грамма. Мы сейчас выстрелим сначала им. Вот, а затем мы выстрелим из этого же ружья, с этим же дульным сужением, магнумом, и сравним,
у меня есть пятерка, вот Magnum, и сравним, есть ли, скажем так, смысл увеличивать резкость при помощи, значит, более большой навески, или это, и есть ли смысл вообще в длинном стволе, ну, то есть, как бы, может, действительно стоит всем бегать 600-м. Справочник я заменил, тот уже достаточно сильно раздраконенный, чтобы это не влияло на результат, справочник мы поменяли. Значит, 5-терка 32 грамма, обычная, значит, популярная у охотников. Насадка Супер Гусь, 300 миллиметров, чок и новый справочник. Ну что, пошли смотреть. Здесь красивого дымка уже из оружия такого нету. Хоть и не газоотвод. Так, ну, попаданий у меня немного выше. Но этого нам хватит для того, чтобы оценить резкость, я думаю. Тридцать одна. Вообще для мелких дробей оно достаточно такое беспонтовое сужение. Супер густ этот. И оно сделано больше под крупные дроби. Но мне нужно, чтобы все мои отстрелы коррелировались между собой. Разные сужения. Ну, в общем, вот аналогичные. Большому справочнику маленький, значит, я думаю, что 189 это край. Теперь я его разворачиваю и попробую выстрелить в него пятеркой Magnum с того же сужения и посмотрим, лучше Magnum или хуже. Вот, стрелять будем тоже главпатроном. Сейчас резко наведется. Пятерка, 48 грамм. Вот так вот сейчас делаю. Пятерка, 48 грамм. Значит, сужение у нас по-прежнему чок. Насадка у нас 300 миллиметров Супер Гусь. Справочник тот же, патрон другой. Сейчас постараюсь поточнее еще и попасть. Ну, попадание точно есть. Пойдемте посмотрим, что у нас получилось. Как я напоминаю, я разворачиваю справочник, сейчас придется заниматься вычитаниями. Ну что поделать, иначе я уверен, что диванники начнут говорить, что ой, надо было взять другой справочник. Ну, во-первых, дроби значительно больше, это прям видно невооруженным глазом. Здесь все слиплось, здесь все тоже продолжает слипаться. Здесь вот еще дробь попадает вон. Ну вот, мне скажут, что по краю не считается, вот дробинка выпала, да? Это 188. Так, это уже с той стороны. Так. Ну, это может быть дробинка, кстати, от того выстрела. Здесь вот нету ничего, значит, это от того. Так, ну что ж мы скажем. Ну, давайте по центральной части судить, чтобы наверняка.
где прям дробь выпадает. Я думаю, вот. Так вот, туда-сюда бумага прорвана. До сюда и возьмем. Это 258-я в книжке. Книжки 502. 502, значит, и дошли мы до 258. Значит, у нас 200, получается, страница уходит сразу. Остается 300. Из 300 еще вычитаем 85, остается, значит, 220 где-то страниц против 189. Ну что ж, сейчас я применю вакацию и подведем итоги по поводу отстрела на резкость. Проговорим все, и я, ну, объясню, в чем тесты сегодняшние не идеальные, и, соответственно, почему, значит, я обещал, я сделал, но почему я буду, скажем так, не буду сейчас делать скоропостижных выводов относительно всех устройств, а кое-что я обязательно перестреляю и сделаю это более, скажем так, правильно. Так, уважаемые дорогие подписчики, давайте поговорим о тех результатах и тех отстрелах, которые сейчас были. Значит, в чем мне реалистично, по идее, надо было взять одинаковую кучу справочников и в каждый справочник делать там не более двух выстрелов, ну, с разных сторон. Почему? Какие-то все-таки предварительные выводы я могу сделать, что анаконду резкость меньше, потому что я отстреливал анаконду с одной стороны, толстого справочника, который не был насквозь ни разу пробит, а 75-я, 0.75 прогресс с другой стороны. И выводы, соответственно, поэтому относительно этих двух устройств можно сделать, значит, безошибочно. Резкость, значит, что у 0.5 прогресса, который стрелялся после анаконды, и дудки, которая стрелялась после, значит, уже в несколько нарушенную структуру справочника 0.75 после 0.75 прогресса, здесь можно, конечно, спорить, и я думаю, чтобы никто из-за этого не спорил, и никто это, ну, не обсуждал, мы это просто перестреляем по возможности в ближайшее время, когда все-таки до меня доедет литература. Мне обещали, что будут пособия подходящие для этой цели, и мы обязательно это все с вами перестреляем и посмотрим. Вот. Однозначно, что анаконда проиграла, а тут вот это была основная, скажем так, как бы это правильнее сформулировать. Это была основная задача данного видео, основной вопрос этого видео, потому что, в общем-то, Александр на своем канале начал change, есть ли смысл переплачивать за сужение анаконды, есть ли смысл отдавать за устройство 6000 рублей, да, против, там, грубо говоря, там максимум 1500 за прогресс. То есть на сегодняшний день, я думаю, что ни у кого не осталось сомнений в том, что такой перестрелку и такие, ну, переплата такая, да, за вот это вот качество американское, ну, оно, мягко говоря, в случае именно с оружиями МР, куда можно вкрутить сужение прогресс. Вы еще помните, что есть огромное количество оружия, куда прогресс не вкручивается, а та же анаконда, ну там и другие сужения вкручиваются американских производителей. И я так понимаю, что МР и Байкал направление у них далеко не основное направление их деятельности, и что в основном они работают с теми оружиями, которые существуют на их внутреннем рынке. Хотя не буду врать, за 156-ю, а вот это вот ружье обладает вполне себе, возможно, и реэкспортное, потому что оно полностью сделано
на английском языке вся маркировка. Вполне возможно, это экспортный вариант. Вот. О чем я хотел поговорить, кроме, значит, теста на резкость. Были подняты ряд важных вопросов в комментариях. Я все комментарии ваши прочитал и, соответственно, решил по всем этим комментариям, скажем так, пройтись и отработать. Значит, уважаемые товарищи, которые утверждают, что с анаконды можно стрелять пулей. Значит, есть такая категория людей. На автомобиле написано заправлять только 95-м бензином. Нет, мы зальем 92-й. На, значит, берегу речки там, или озера какого-то стоит табличка «Не купаться». Нет, мы лучше знаем, мы будем купаться здесь. Значит, написано «Не ешьте мухоморы», да, мы все равно их засушим и съедим. Товарищи, с таким подходом вам можно все. Вот с вами нет смысла никакого спорить. Если вы решили для себя, что для вас с любого сужения можно стрелять пулей, пожалуйста. Но я придерживаюсь как системный администратор в силу своей профессии, в силу своего опыта. Значит, я стараюсь прислушаться к рекомендациям хотя бы производителей, ладно уж продавца, хотя бы производителей. В данном случае у производителя и у продавца однозначно сказано, что оба утверждают, и производитель, и продавец, что данное сужение не предназначено для стрельбы пули. Все, that's all, как говорится. Если оно... Я думаю, что дальше это только написать в Паттермастер и попросить их прислать официальный ответ, почему. Ну, то есть, все. То есть, понимаете, если бы Стас, скажем так, утверждал обратное, и на своем канале говорил, что да нет, это все, американцы перестраховываются, а мы вот считаем, что можно, мы там проверяли, провели отстрелы пулей, значит, отстреляли кучу разных пуль, и мы считаем, что все прекрасно и хорошо, я бы абсолютно с вами согласился. Но Стас опять же утверждает, что нет, нельзя. И я специально задавал ему тут вопрос в WhatsApp, когда приобретал это устройство, уточнял этот момент, и он мне прямо ответил, что нет, нельзя. То есть если в случае крайней необходимости, когда на тебя уже медведь прет, у тебя есть пулевой патрон, а вкручен у тебя анаконда, то да, на свой страх и риск тебе уже как бы рисковать, это уже, блин, в любом случае, пожалуйста, стреляй. Но рассматривать данное устройство для, значит, именно стрельбы пулей не стоит. Думаю, эту тему на этом можно закрыть. Значит, следующая тема, которую я хотел обсудить, это отстрелы по мишени Зернова. Был очень такой грамотный комментарий, что вот мишень Зернова, она позволяет, значит, оценить устройство. Устройство надо сравнивать не с другим устройством, а с его, значит, ДТХ и нормативными актами по нему. Значит, я полностью согласен с данным товарищем, что можно наше устройство так отстрелять и в теории действительно смотреть, насколько устройство соответствует или не соответствует заявленным требованиям с точки зрения российского законодательства, хотя новые российские законы вообще вывели дульные устройства за пределы, то есть по ним вообще непонятно, что здесь происходит, они вывели вообще из правового поля. Значит, это не мое мнение, это мнение, я смотрю канал Техкрим, и вот последнее, вот одно из последних видео, он обсуждал, значит, ведущий с юристом в оружейной тематике, а что же тебе у нас тут сужение, то есть что оно выпало, абсолютно это понятие дульного сужения и все, что с ним происходит, из, скажем так, правового поля. Возможно, будут уточнения, тогда мы все-таки поймем, как именно будут регулироваться и обсуждаться эти вопросы. Но пока с дульными сужениями нашими приблизительно все понятно. Да, действительно, комментарии имеют место. Возможно, когда будет много-много-много времени, можно будет сидеть с линейкой, все это считать. Ну, и когда тебя жрут со всех сторон, палит солнце, у нас жара продолжается, комары у нас и оводы продолжаются, то все у нас весело. Ну, вот, ну, был как, такой тренд задал Александр для меня, что мужик сказал, мужик сделал. Я сказал, что будут отстрелы на резкость в это воскресенье. Я провел отстреление хоть в каком-то формате, отстрелы на резкость, значит, в это воскресенье.
То, что они не до конца полноценные, ну, я это осознаю, и все равно тесты будут продолжаться. И не только, значит, одним патроном. Значит, я специально все отстрелы в одном видео веду сейчас одним патроном, для того, чтобы можно было потом поставить галочку, что вот этим патроном данное устройство, там, допустим, на резкость я отстрелял. И там вот это устройство, значит, данным, значит, патроном я уже испытывал там на кучность. То есть, чтобы не повторяться. Потому что иначе получается очень безумно длинное видео, где разбито еще на несколько частей, где надо отстрелять, значит, одно устройство, 1000 патронов. Честно говоря, мне кажется, это немножко скучновато. Я поэтому и пытаюсь отстрелять одним патроном, но разные устройства. Для того, чтобы картинка все время тоже менялась. Значит, теперь проговорю про дульное сужение. Значит, супергусь. Мы сравнили на супергусе выстрел дробью на чоке. Значит, выстрел дробью пятеркой, магнум, не магнум. Разницы существенной я не заметил. Вот, но она прям грамм по погрешности. Видишь, что дробь просто больше прилетела, соответственно, в книжку. А так разницы существенной я не заметил. В общем-то, это устройство сделано, конечно, для 2.0-3.0, я думаю. Но заточены под них будет. Ну, у меня, к сожалению, сейчас нет на руках таких патронов. Вот. Но тест был не в том, как стреляет хорошо или плохо насадка супергуз, а тест заключался в том, если увеличивает ли длина ствола при навеске магнум значительно резкость. И вот мы сейчас можем с вами сказать, что вот сравнив патрон одного и того же производителя Галавпатрон, я специально подбирал пятерку 32 грамма и пятерку 42 грамма, что, ой, 48 грамм, что такого вот очень сильной разницы, скажем так, даже при очень длинном стволе, то есть, ну, в данном случае это безумно длинный ствол, это, чтобы вы понимали, я сейчас еще приклад боевой выдвину, да. Ну, то есть это, наверное, мечта Росгвардии, чтобы у каждого из нас было вот такое вот весло, которое нельзя было убрать ни в одну сумочку, спрятать ни в один багажник. Еще сюда, это как при транспортировке длинных грузов, эту красочную повязочку повязывать красную, да, когда за габаритом машины выходит, вот чтобы точно каждый сотрудник Росгвардии там и полиции видел, что вы идете с ружьем. Что, ну, вот это вот, наверное, мечта, да? Это, ну, смысла, конечно, в такой конструкции для обычного охотника, не занимающегося, скажем так, гусиной именно охотой, абсолютно нет. То есть я сделал такой свой вывод. Вот этот вывод я тоже четко могу сказать, потому что я стрелял в один и тот же справочник с двух сторон, то есть обе стороны были девственно чистые до выстрела, и я могу однозначно сказать, что большого смысла даже на большой навеске пороха, ну, то есть была надежда, что большая навеска пороху настолько увеличит количество газов, значит, в теории в стволе, что это приведет к тому, что дробь внутри, значит, ствола будет дольше разгоняться. Но чудо, конечно, не произошло. Вот, сделана она, конечно, немножко для другого, данная насадка удлинительная. Она сделана для того, чтобы более правильно выстроить крупную дробь на протяжении, значит, ее разгона, для того, чтобы она шла не хаотично, а все-таки хоть более-менее каким-то таким направленным пучком на большие дистанции. Это скорее для этого, чем для какой-то суперрезкости. Вот. Видимо, все-таки 12-й калибр в своем срезе, он достаточно быстро теряет вот это вот необходимое давление для того, чтобы продолжать разгон снаряда в стволе. Чего не скажешь там, грубо говоря, про масловых, то есть, если кто помнит, если, точнее так, старички-то все помнят, но те, кто, я не обижайтесь, называю старичками, те, кто давно занимается охотой, они, конечно, все помнят, что
было промысловое ружье, самое популярное, это 20-й калибр, а основное ружье это были двустволки, одностволки 16-го калибра, у которых резкость за счет того, что у них, значит, более меньше диаметр ствола изначально, у них резкость выше, чем у, скажем так, 12-го. Ну и в 12-м, я такую тоже секрет всем открою новичкам, есть тоже 12-й калибр. Это не означает, что все ружья 12-го калибра одинаково. Вот в этом и в этом ружье сверловка ствола 18,4. А в, допустим, Сайге вы увидите сверловку 18,2, то есть там ствол уже. А в иностранце вы можете встретить сверловку 18,6. И это, кстати, будет проблемой, потому что при 18,6, а у нас пыш идет, который идет в ружье, он вот в стандартных патронах, которые продаются в магазине, он идет усредненно к 18,4, потому что основной ствол, который вот используется в самых популярных ружьях МР, он 18,4. Соответственно, 18,2, он, конечно, просто сильнее обжимается, никаких проблем в этом нет, а 18,6 он начинает болтаться, и мимо него протекать газы. Соответственно, вам придется самостоятельно изготавливать патроны, если вы возьмете 12-й калибр, но с какой-то там супер широкой сверловкой. Но при этом широкая сверловка имеет другие преимущества в качестве осыпи. Потому что чем шире сверловка, тем равномернее идет осыпь, тем меньше она сжимается внутри ствола, меньше повреждается, ну и так далее, и так далее, и так далее. И, в общем-то, все многообразие сверловок в рамках одного калибра, оно лишь подсказывает, что все оружейники всего мира продолжают искать тот самый идеальный баланс и вариант для того, чтобы, значит, ружье приносило больше и больше радости на охоте. Вот. Думаю, про это мы все проговорили, и про мишень зернова, я думаю, все теперь все поняли, и про анаконду стрельбу пулей, и про ружья тоже уже проговорил. Вот я говорил в одном из видео, что вот здесь вот будет ступенька, да, на сужение, а здесь ее нет. Я вот сейчас поднесу оба ружья камеру и покажу вам, насколько, что действительно 18-й МР-ки ствол толще, заметно толще, и качество боя по этому МР-ке 18-й по сравнению с МР-кой 156-й мне нравится больше. Сейчас мы постараемся максимально как-то правильно это все фокусировать. Так, ну вот, видно ступеньку. И видно, что на 156-й ствол, на стволе такой ступеньки нет. То есть сужение идет того же диаметра внешнего. То есть внешний диаметр сужения совпадает, а МР-18 то же самое сужение не совпадает, оставляет ступенечку в пользу толщины, значит, ствола МР-18. Значит, поэтому, ребята, начинающие охотники, не расстраивайтесь, просто к подбору первого ружья подойдите. Когда вы вступите, если вы будете покупать оружие, когда уже вступит закон, подойдите максимально, скажем так, взвешенно. Сейчас объясню почему. На ходовую охоту я хожу с 18-й. Она легче, она резче и она безотказнее. Да? То есть если 156-я или 155-я при каких-то стечении обстоятельств может не перезарядиться, то данное ружье вы перезарядите всегда.
смена боеприпаса, если она у вас не отработана, на любом оружии, в стрессовой ситуации вызовет у вас проблемы. Я в стрессовой ситуации менял, значит, дробовой патрон на пулевой, потому что увидел, значит, медведя в лесу. И, честно говоря, у меня это получилось не так быстро, как я думал, у меня это будет. Хотя я эту процедуру дома неоднократно отрабатывал на пробниках патронов, набитых пластилином гильзах. Да, я неоднократно этот процесс отрабатывал, как я вынимаю один патрон, вставляю другой патрон. Вот, тем не менее, в стрессовой ситуации это получилось не так быстро и легко, как хотелось бы. С одностволкой, тем более с экстрактором, вы открыли, у вас уже патрон ваш дробовой вылетел. И вам осталось только вставить пулевой. Плюс система предохранителей. Здесь есть кнопочный классический предохранитель, плюс здесь есть мягкий пуск-пуск. Вот представьте, я зарядился, взвелся, вот сейчас ружьё, у меня старчит шпинёк, ружьё взведено. Я мягко отжал скобу, выстрела у меня сейчас нет, но патрон у меня в патроннике. И если мне нужно будет, вот оно, я просто клавиши взвёл и могу произвести выстрел. Соответственно, в этом плане МР-18, оно более безопасно для вас, когда вы пойдете по лесу. Это не то, что я за поправки, я категорически против всех поправок, ограничивающих законодательство об оружии, но в плане первого ружья, я бы, как сам вот я начинал, я бы рекомендовал данное ружье. И я еще, я, конечно, понимаю, что все устают от болтовни, но я бы еще проговорил несколько моментов. Значит, во-первых, я собираюсь провести следующий розыгрыш. Розыгрыш я собираюсь провести на насадку Super Boost. Значит, в предыдущем розыгрыше у нас уже определился победитель. Значит, для нового розыгрыша я предлагаю такую схему. Значит, сейчас на канале у нас около 32, я вот посмотрел, выезжая в лес, подписчиков. Значит, я предлагаю увеличить это количество до 100. Как только количество увеличивается до 100, мы точно так же проведем розыгрыш. Я в видео напишу, какое слово надо, какую фразу надо будет написать. Вот. Я думаю, что после этого видео, я думаю, мы даже, может быть, скорее всего, наберем 100 подписчиков. И уже в следующем видео я озвучу нового победителя. Ну, это в моей голове. А как оно там на самом деле будет, посмотрим. Значит, теперь те, кто опытные стрелки, наверное, могут отключиться, а для начинающих я приведу маленький такой ликбез. Почему я вообще увлекся, скажем так, сменой вот этих дульных сужений и вообще, как вот, начиная вот с этим ружьем, как шел процесс изменения моего мышления и отношения к охоте, и отношения к стрельбе в принципе. То есть для начинающих охотников, скорее всего, для тех, кто только собирается купить свое первое ружье, эта информация, скорее всего, будет полезна. Вот. Для всех остальных, наверное, я не расскажу ничего нового. Только я хочу остаться верным названию, что записки именно начинающего охотника, и что я себя позиционирую как товарищ для, делящейся информацией с начинающими. Потому что в большинстве случаев есть такой закрытый клуб опытные охотники, и все молодые, как это у Джека Лондона, Чичако, да, вот вы там ничего не умеете, ничего не понимаете, вас заваливают горой каких-то правил, информации и так далее, и порой бывает очень сложно в этом все разобраться. Давайте я немножко проговорю о том, как разбирался я, и, возможно, это будет все полезно. Так как я уже рассказывал, вот это ружье у меня стало первым. Выбирал я его под влиянием опытного охотника. Изначально я хотел двустволку. Смотрел я на 27-й. Вот, выбирал среди комиссионных ружей. Денег было немного. И, в принципе, я, как и с машиной, в общем-то, я машину первую рекомендую брать бэушную, для того, чтобы разобраться, понять и поменять, да,
Вот, чтобы ну, понимать, какой им нужен. Так я хотел бы ушную изначально дешевенькую двухсловочку взять, 27-ю, и попробовать с ней что-то, значит, поиграться. Вот. Не один день мы ходили с ним вместе в комиссионке. Ходили мы по Великому Новгороду, где аж три оружейных, да, ну, два, как минимум, да, оружейных магазина, которые торгуют комиссионным оружием. Вот. Нам долго ничего особо не попадалось. Вот. И в какой-то вот момент буквально встретилось вот это ружье. Меня смущало, что на одностволка, что у меня будет всего один шанс куда-то попасть или выстрелить. Вот. Но опытный товарищ сказал, бери, в общем-то, не пожалеешь. И так оно и произошло. Во-первых, она дисциплинирует очень. Один выстрел, вот это вот ощущение, что один выстрел попадания или промах, оно очень дисциплинирует по отношению к стрельбе, к патронам и многим другим вещам. Во-вторых, оно заставляет более внимательно относиться к тому, куда ты стреляешь, и всегда продумывать более внимательно свой выстрел. Чего у вас не разовьется, если вы сразу начнете с полуавтомата? Ну, это такое субъективное, да, то есть, может быть, вы на полуавтомате всему этому научитесь. Значит, что осталось для меня вот прямо крайне важным, и почему я вообще увлекся сужениями, в этом ружье, именно в этом ружье оказалось сменное дульное сужение. То есть рядовая М17 идет уже с чоковым или цилиндрическим сужением, и ничего вы там не измените. Это не рядовая, это именно ЕМ, спортинг с инжектором, и, соответственно, в ней есть, как вы видите, вентилируемая планочка уже, очень удобные средства, значит, прицеливания. И самое, что главное, это вот как раз сменное дульное сужение. Изначально, когда я покупал, здесь было вкручено стандартное 0,75 сужение, потому что принадлежало это ружье опытному охотнику. Он себе вкрутил 0,75 стандартное сужение, и его оно полностью удовлетворяло и устраивало. Что получилось, когда у меня, конечно, это первое ружье, никаких других сужений не было. Я поехал с этим ружьем, значит, на первую охоту. Даже чего-то добыл, вроде как рябчика. Я сейчас уже врать не буду, точно не помню. Ну, по-моему, попал я в рябчика. Я обрадовался. Здорово. И стал каждые выходные. Сезон, я взял путевку, каждые выходные ездить на охоту. И началась серия неудач. Я вижу птицу, она, допустим, спархивает, я стреляю, не попадаю. Потом подхожу к тому месту, куда я стрелял, и вижу, что практически большая часть осыпи ушла, например, в дерево. То есть я промазал и попал в дерево. И в дереве такая четкая, хорошая, красивая осыпь. Вот. Я понял, что мне нужно сужение пошире. В общем, я взял, пошел в магазин с товарищем, купили 0,25 сужение, стандартное опять же вкрутили. Значит, с этим сужением я пошел снова на охоту, опять что-то у меня стало добываться. Ну вот, я какого-то селезня даже подстрелил, там все хорошо, замечательно. Значит, наступает новый сезон, я иду на весеннюю охоту. И безбожно мажу повальщиков с 0,25 сужением. Безбожно, потому что я не понимаю, в чем дело. Я стреляю перед ним в район, ну, вроде по всем. Вот вдруг я там неожиданно для себя сбиваю только одного, значит, и то случайно, да, там практически кривой какой-то дробинкой одной единственной. Вот, я начинаю понимать, что мне как-то вот все-таки не хватает мне осыпи. Я решил отстреляться по бумаге. Вот. Первое, что вы должны делать, когда берете любое устройство, это надо брать тот патрон, которым вы стреляете, и ехать стрелять по бумаге. Причем желательно на той самой дистанции, которой вы будете в дальнейшем охотиться. Бессмысленно отстреливается по бумаге осыпью на дистанции 15 метров, если вы потом стреляете на 35. То есть если при резкости я допускаю такие вещи, потому что резкость с дальностью, она, конечно, падает, но она падает, скажем так, относительно линейно, ну, можно графиком, да, выстрелить, то осыпь, она
Вы не поймете на 15 метрах, какая она у вас будет на 40. На 35 метрах вы сможете приблизительно понять, какая у вас будет осыпь на 40. На 15 нет. И, соответственно, 35 метров – это самая такая частая дистанция, на которой вы действительно производите выстрел. Соответственно, и на, именно на этой дистанции вы должны понимать, как именно летит ваша особь и куда именно вам целиться, и насколько точно вам нужно целиться. Это, кстати, немаловажно будет при охоте на вальшников. Итак, значит, у меня 0,25 сужение. Я стреляю по бумаге и вижу окна размером не то что с вальшнапа, я вижу значит, окна размером с утку. В общем-то, я расстраиваюсь и думаю, что мне надо что-то менять. До зарядки патронов я до сих пор не дошел самостоятельно и перезарядки релоудинга. Я дошел до, значит, магазина, и мне сказали: так бери патроны Magnum, здесь дроби в разы больше. Я беру одностволку, беру патроны Magnum, иду с ними в лес. Взял я на рябчика пятерку, вот такую, 48 грамм. Иду я в лес, стреляю. Рябчик, конечно, падает, но после 2-3 выстрелов на плече конкретный такой синяк. Плечо болит. И плечо болит на протяжении целой недели. А как вы понимаете, я азартен, я каждую неделю, значит, выезжаю в лес, значит, каждую неделю я вкладываюсь в одно и то же плечо. В общем, к концу месяца плечо у меня болело просто страшно от этих всех изысканий и отстрелов. Окон, конечно, со стандартным сужением стало гораздо меньше, но ощущения стали прям от стрельбы фантастические. И я, конечно, стал грешить на ружье. Ну что вот, вот что это такое, вот эта одностволка, ну что, вот она вот такая вот вся была дешевая за 3500, вот что я от нее хочу, надо мне купить себе новое ружье. Беру я себе новое ружье, и беру я его с учетом, чтобы оно жрало отдачу, чтобы оно так сильно не било в плечо. Вот. Прихожу я, значит, в магазин. Я про помпу опущу. Помпа это была скорее для развлечений пострелушек, значит, по банкам. Вот. Ну, я прихожу в магазин, беру 156-ю мерку, всячески, значит, там проверяю там насосность, правильность, там как только можно, чуть ли не лазером просвечиваю. И дальше, значит, выезжаю я с ней на природу, отстреливаюсь по бумаге. Отстреливаюсь я по бумаге сначала обычными патронами. Она еще и подзаедала вначале очень сильно на обычных патронах. Вообще не хотела перезаряжаться. Сейчас она хоть более-менее перезаряжаться стала на обычными патронами. Вот. Я, конечно, очень расстроенный. Блин, потратил 30 с лишним тысяч. Потому что я к ней еще обвес сразу купил. Вот эту DLG Tactical, ручку, все остальное. Я купил, значит, перепиливал СМР 153 цевьё, потому что родное деревянное меня бесило в сочетании с пластиковым прикладом и ручкой. Вот, и оно еще такое супер тоненькое и легко ткоцкается. Ну и, соответственно, у меня появилось 156, а проблемы у меня остались с особью. Вот, и я стал очень внимательно изучать интернет на предмет существования сужений. И таким образом я оказался на канале Чок-Чок Стаса. Значит, после недолгих осмотров и сравнительных тестов его со стандартными сужениями, тех сужений, которые он продавал, я, значит, пришел к выводу, что мне срочно нужно купить американское сужение. Прям вот срочно. Я еще не был в курсе сужений на канале, значит, Томича. Но я уже понял, что мне нужно срочно американское качественное сужение. Значит, перед этим, как вот обратиться к Стасу, я зашел в тот же оружейный магазин и узнал, что существуют вот эти всякие дудки. Я решил, что поскольку отстрелов на каналах и в интернете практически этих дудок нет, ну или есть, но они какие-то сложные, непонятные мне были и
Вы там говорили каким-то сложным, непонятным языком о каких-то очень сложных вещах, и патроны у всех были в основном самостоятельно, значит, снаряженные. Мне это все ничего не давало, и я радостно, в общем, купил все. Купил все, какие нашел. Я купил дудки 0.5-0.75, заказал. Я купил, значит, вот эту длинную насадку. Я купил чок, который вот разыграл 150 миллиметров. Я купил прогресс 1.25 чок с напором. В общем, накупил я кучу всего. Стал это все отстреливать, пробовать, смотреть. Отстреливать я все это стал, значит, вот, не на видео, просто для себя. Отстреливал, разбирался. Вот, параллельно, надо сказать спасибо большое каналу Чок-Чок. Я изучал, что такое дробовой сноб, разбирался с тем вообще, как происходит дробовой выстрел. И потихоньку дошел до мысли и до канала Томича. В общем, когда у меня появилась анаконда, я ей пострелял по бумаге, она действительно по сравнению со стандартным сужением показалась себя гораздо лучше. Я отохотился с ней, это уже есть видео, значит, на Вальшнепе, на весенней охоте, она меня действительно порадовала. Вот. Но, как вы уже теперь знаете, я отстрелялся 0.75 прогрессом, и оно меня порадовало на тех патронах, которые я люблю, еще больше. В общем-то, к чему вся эта история и к чему? К тому, что не торопитесь распыляться, не торопитесь накупать себе большое количество какое-то ружей, скорее начните изучать теорию. Значит, почему для новичка патроны Magnum имеют преимущество? Сейчас объясню. Летит птица ваша, вы в нее стреляете. Дробовой сноб, он прилетает в птицу не так, как он прилетает в бумагу. В бумагу дробовой сноб, он растянутый. То есть дробь, она не только летит, там, скажем так, из одного пункта А в пункт Б, она летит не шариком, она летит такой длинной, как бы размазанной, да, там, до метра струей. То есть эти дробины, они летят распределенные в пространстве массы. Поэтому в сторону Вайшнепа влетает 200 дробин условно, а попадает в него 5. Хотя он прошел через этот дробовой сноб, потому что у Вайшнепа тоже есть своя скорость. И сноб, он идет не кругом, кружком, да, он имеет такую параболическую форму. Соответственно, у него первые дробины прилетают раньше, кривые дробины у него прилетают позже. Плюс это все растянуто, значит, в пространстве. Соответственно, чем больше у вас дроби, подводить как можно коротко, даже если вы мажете, но у вас достаточно широкое сужение, вы все равно хоть кривой дробью, но его достанете. В отличие от маленьких навесок, которыми стреляют опытные стрелки, у которых еще и, собственно, снаряженные патроны, у которых еще и 16-е ружье, которое резче по бою и многим другим параметрам. Вот. Вот это такая полезная информация, которую бы я хотел, наверное, закончить. И сейчас мы еще ради показухи сделаем один прикольный выстрел, для того, чтобы это видео не получилось совсем уж грустным.